Добрый-добрый-добрый день всем еще раз. У нас Kensu Bips против Arcanis Gaming. Это четвертьфинала лиги и матч в формате Best of 3, разумеется, на вылет. Кто проигрывает, тот у нас уходит из турнира. И команда Kensu Bips 1 поинт уже уступила команде Arcanis Gaming. Они проигрывают 0-1, и надо что-то выдумывать. И вот эта выдумка называется у нас Bloodseeker. Именно на Bloodseeker решила команда Kensu Bips у нас выстрелить. Мипо в пике команды Arcanis Gaming еще раз. Ну и Shadow Shaman, что-то новенькое у нас в пиках Arcanis Gaming. Вроде бы должны Kensu Bips что-то сочинять, а по факту сочиняет Arcanis Gaming. И нормально, первый раз Мипо на Хенрихе зашел великолепно. А команда Kensu Bips после 25-й минуты у нас просто, ну, мертвая по дефолту была. Сейчас Kensu Bips взяли Bloodseeker, посмотрим. Это керри Bloodseeker, будет играть на нем Chains, это не просто вам будет толкотня какая-то и возня. Вот это будет, как я понимаю, нон-стоп ганк и экшен. Если, опять же, команде Kensu Bips повезет и Bloodseeker не загнобят. А гнобить этого парня на ранних левелах, это в принципе не проблема. Получится, не получится, это уже другой вопрос. Но, в принципе, по дефолту не самый сильный герой у нас Bloodseeker на ранних левелах. Да и в лейте не самый сильный, да и вообще не самый сильный, вообще он слабый. Я шучу, конечно, Bloodseeker в мидгейме при нормальном фарме может творить невероятные чудеса. Посмотрим, как это получится сделать у команды Kensu Bips. Со стороны команды Arcanis Gaming. Давайте по героям сразу пробежимся. Лич будет играть у нас... На Личе будет играть Джобриэл Реймос. Хенрих будет играть на Мипо. Фрайт Баттерфляй на Шадоу. Шамани Плейхард будет играть на Джаггернауте. Ну и Разор для Майти Сейвера. Со стороны команды Kensu Bips. Голдот играет на Queen of Pain. Саппорт Голдот играет на Queen of Pain. А Туди будет играть на Шейкере. Флейн Шейкер, как я понимаю. И что ли саппорт Аквапа или... Или как это называется вообще? Wedding Crash будет играть у нас на Эссефе. Ну и Chains на Bloodseeker. 3-4-3 будет играть на Леоне. Шейкер, который... которого взяли для Туди, это немного интересно. Потому что Туди обычно стоит на сложной, пытается фармить, а Голдот у нас обыкновенно не фармит, Голдот у нас саппортит. Ну и по закупу видно, что Голдот тут на сап вообще не собирался даже близко фармить. Курьер, по-моему, тоже его. Да, приобретает Квапа Курьера, приобретает Танга на всех, скорее всего, и Варды где-то, если есть, то тоже Голдотовские. Какой еще кайт? Кто этот кайт? Ну, что происходит вообще? Вардами владеют какие-то левые ребята. Как будто зарядили у нас команду Kensu Bips чужими вардами и дали потыкать их. Голдот стоит на мидлейне и готов уже накалять у нас Хенрих. Один Shadow Strike запустили у нас в Мипо. Против Мипо тут невероятная вообще возня будет устраиваться. Вряд ли команда Arcanis Gaming понимала, что Квапа у нас отправится просто саппортить. А Шейкер, например, будет стоять и фармить линию. Никто вообще этого не понимал, я так тем более. Ну и есть варианты Kensu Bips переиграть Arcanis хотя бы тактически и стратегически. Чейн стоит в соло против Плейхарда и против Джоприл Ремоса. Засловить Чейнса и дать ему кучу ударов с Блейдмейла... Просто великолепное дело, и команда Arcanis должна постоянно это использовать. Ну, Bloodseeker отлично выфармливает лес. Вы это прекрасно знаете, поэтому Chains может у нас и не сильно-то и просесть. И по хп, и по фарму. Ну что, в это время First Blood на мидлейне. Как так? Голдот же стоял нянькой у нас к СФу. Давайте посмотрим, как это случилось. СФ у нас проседает сильно от Хенриха. На хэграунд зашел Хенрих и развалили в итоге СФа. 1-0. Команда Arcanis Gaming повела. Стояли, выдумывали в итоге Голдот. У нас стоит на руне, а его мидер умирает. Как не стыдно этой квапе. Даже непонятно. У Туди 4-3. Крипы немножечко ему... даются. Mighty Saver 6 на 2. Голдот под хостой за Mighty Saver. Shadow Strike не пустил. Хотя здесь, кстати, не было пассивки. Можно было и Shadow Strike немножко припугнуть у нас Разора, чтобы не сильно быковал. Но в итоге
Обошелся году без этого. Будет саппортить теперь... так, Wedding Crash опять у нас проседает по ХП. Еще одна сетка по Wedding Crash, но Хенрих отсюда уходит. На одном из мипарей нет пуфа и драться особенно не получится. В итоге убрали Леона на нижнем лайне и Playhard забирает этот фраг. 1-0 для Джаггернаута. Чейнс пока без фрагов. 8 крипов, правда, убил Чейнс. У Джаггера в это время 13 на 2. Кенцы и Випс проигрывают пока что на мидлейне и проигрывают на нижнем лайне. На топ-лейне. В это время забирают Шадоу Шамана. Майти Сейвер высасывает здесь дэмэдж из Шейкера. И Шейкер вряд ли отдастся крипам. Майти Сейвер забирает первый для себя фраг. 7-2 у него по крипам. 3-1 команда Arcanist Gaming повела. По золоту выигрывают 600. По экспириенсу где-то 800. Вся надежда теперь на Бладсекера. Ударная вообще страта с Бладсекером. Пропрет, не пропрет. Получится ли Бладсекера реализовать? Наверное, это какая-то наигранная комбинация. Вряд ли здесь случайно брали Сикера. Видимо, Кенцы и Випс уже тренировались. Ну, в нестандартных ситуациях, вот в ситуациях критичных, Кенцы и Випс, в принципе, как показала практика, собраться могут. И какой-то необычной стратегией удивить соперника, тем самым заработать поинт. Будет ли это сейчас? Да, это вопрос. В это время Шейкер забирает Разора. Ничего себе, Майти Сейвер посыпался-то. 3-2 становится счет. Шейкер на топ-лейне вместе с Квапой забрали Разора. Первый фраг на Разоре сделали. Разор также имеет один килл. На мидлейне Wailing Crash уже пятый левел имеет. Есть 520 у него на руках. Boots of Speed и Race Band имеется для Wailing Crash. Мипу, который стоял на мидлейне. 1000 по золоту есть. Boots of Speed и Purman Shield. Больше пока ничего для Чейнса. У Чейнса давайте глянем Нетворс. Ну, на третьем месте отстает от Мипа всего лишь на 300. Ну, всего на 70 отстает от Плейхарда. Так Плейхард, в принципе, здесь даблой стоит. Джоу Прил Рэмос должен мешать Чейнсу фармить. И в итоге Чейнс неплохо так по ХП себя чувствует. По фарму себя чувствует. Топ-линия. Голдот. Одного крипа убил и убил одного героя. У Туди тоже одно убийство, одна смерть и 11 на 5. Активной линии не умирал у нас еще Хенрих. Никто на него не выходил. Голдот попытался как-то подпортить жизнь Мипу. Не получилось это сделать со старта. Теперь Голдот отправился на верхнюю линию. У Один Крэша 21 на 4 по крипам. 24 на 0 для Мипу. Три-четыре-три. Оставили в соло получать экспириенс на лайне. Чейнс отправляется у нас в лес. У него такая возможность есть, в принципе. Второй Blood Rage. Ну и Сёст есть, если вдруг где-то кто-то просядет по ХП. Там, в принципе, судьба его уже ясна будет. Ну и Леон должен стоять, получать экспу на лайне. Леон не должен у нас бегать и заниматься, я даже не очень могу понять, чем. Просто стоять на лайне, просто получать шестой левел, чтобы был Finger of Death, чтобы была возможность Burst Damage сносить кого-то из игроков команды Arcanist Gaming. Шейкер на хосте. Сюда к Разору уже летит сюда Голдот. Голдот, а второй Shadow Strike есть. Есть здесь фиссура, есть опять же... Ай-яй-яй, какая неудачная фиссура у нас от Туди. Ну, пойдут пешком загонять Майти Севера, но это проблема. Это проблема. В итоге одна неудачная фиссура предрешила исход файта. Да, сильно побитый, отсюда уходит Разор на лоу ХП, но догонять его никто не будет, а бежать Сикеру слишком далеко. Сикер у нас занимается фармом на нижнем лайне, 29 на 5 у него счет. Подкоп пошел по плейхарду, есть Блейд Фьюри, правда никто у нас продолжение от команды Кенс Випс не организовал. Разор на лоу ХП, куда же ты пришел? Голдот в итоге у нас Разора, зазнавшегося, забирает. На лоу хп здесь Чейнс, и Чейнса добивает Лич. По всем фронтам у нас файты. Сюда смещается еще и Фрайт Баттерфляйс, будут добивать Леона. Или забирать Тауэр. Нет, Тауэр рановато. Забирать 6-го левела еще нету Шадо Шамана. 3-4-3 должен видеть. Хекс есть. Пошел Хекс. Только Хекс-то пошел у нас. Вот 3-4-3. У кого быстрее реакция, тот и живой.
Ну, Туди по фарму, в принципе, нормально себя чувствует. Я думал, Шейкера будет вообще полнейшая печаль все-таки против Разора стоять. Но здесь помог Голдот тем, что постоянно пасся где-то рядом. Смогли забрать Разора, причем дважды. О, это безусловный плюс. Тут где-то и Разор уже начинает скромничать. Не сильно у нас Шейкера харасит. Потому что кто знает, где эта Квапа и когда она выйдет опять забирать Разора. Шестой левел есть. Пока что Eye of the Storm не качает у нас Разор. Сейчас будет седьмой. Скорее всего, ульта будет прокачана. На нижний лайн выходит команда Arcanis Gaming. Недалеко у нас находится 3-4-3, но слишком далеко здесь Chains. Chains уже есть. Ульта. Шестой левел имеется у Bloodseeker. Можно попытаться кого-то развалить. Неудачный подкоп у нас пошел по плейхарду. Плейхард с омнислэшем здесь. Начинает летать по Чейнсу. Еще и чайник у нас летит. Плейхард в итоге догорает. Туди на лоу хп. Ну и Туди ловит у нас последний тик от чайника. В итоге Голдо должен забирать у нас Джоб Рил Ремеса. Подкоп. Леон забирает у нас Киллинг Спри Стрик. 2 в 2 разменялись. Счет становится 5-6. По итогам этого файта выигрыша оказалась команда Кенси Уипс. По экспириенсу 400 заработали они, ну и по голде тут 260 тоже в их пользу. 270. ОСФ на мидлейне. Готовится покупка Мекки. Wedding Crash уже имеет Ring of Aquila. Есть у него Power Threads. Ну и до Мекки еще, в принципе, собирать-то и собирать. Тут совсем чуть-чуть насобирал у нас СФ, несмотря на приличный крипстат и максимальный нетворс. Но, с другой стороны, 10-я минута. Для 10-й минуты Shadow Fiend одет относительно неплохо. Если бы не одна смерть, то вообще все было бы прекрасно. Но даже с одной смертью он имеет топ нетворс на карте. Хотя Хенрих, опять же, скоро, в принципе, у нас обгонит СФа. И пойдет вперед. Чейнс перемещается на мидлейн. Хенриха здесь видят. 3-4-3. Будет ли цеплять? Мипари должны ловить в один крэш. Один койл, второй койл. СФ забирает фраг. Ну и все, и сразу 950 на руках, и 1000 даже с копейками после крипов для команды Кенси Уипс и для их мидера. 500 зарабатывает здесь команда Кенси Уипс, и по экспириенсу почти 1000 с одного мипо забрали. Арканис, менее 1000 по золоту, по экспириенсу Арканис в ноль ушли. Кенси Уипс потихонечку начинают отыгрываться. На лоу хп здесь Голдот. Голдот бежит, Джоб Рил Ремос. Если бы видел Голдота, убил бы его. В итоге Чейнс забирает у нас Лича и 7-6. Кенси Уипс повели. Сейчас они по золоту и по экспириенсу должны обгонять своих оппонентов. Ждем обновления графиков. На лоу хп Квапа. Ну, Квапа здесь должна быть на лоу хп, потому что Голдот бегает просто-напросто голым. Кенси Уипс уже играли с саппортом Квапой, но этот даже не столько саппортом. Квапа у нас была лесником. Голдот покупал 3 или 4 нул талисмана и ПТ на данном герое и ходил фармил леса. Удивительно, но факт. Разор забирает тауэр на топ-лейне. Что у Майти Сейвера? Тоже готовится выход в Мекку, и в принципе Мека уже собрана. А у СФа до Мекки совсем чуть-чуть. 200 монет осталось Бэринг Крэшу до приобретения Меказма. Ну и ждем, что посмотрим, что у нас у Разора. Так у Разора нет аквилы, еще бы. Разор у нас на 1300 меньше нафармил. И ботла нет у Разора. Да, да тут СФ прилично себя чувствует. Разор, в принципе, в пыль не попадает. Просто что Разор со старта решил собирать Мекку. Фрайт Баттерфлайс на лоу хп. Леон забирает этот фраг. Можно было и оставить для СФа. С другой стороны, чем больше убьет у нас 3-4-3, тем быстрее появится у него даггер, а даггер вещь нужная. Плейхард на лоу хп, под рапча. Никуда плейхард отсюда не уходит. Квапа забирает этот фраг.
Тавру подходит команда Кенси Уэйбс. Готовится выйти у нас на Джоприл Ремоса. На лоу хп у нас Лич. Лич, скорее всего, здесь умирает. Еще один фраг для Вудин Крэша. 2-1-1 становится счет у СФа. Сначала забрал Мипа в лесу, теперь забрал саппорта Лича. Ну, совсем немного еще надо СФу для приличного фарма. Сейчас Мека прилетит. И уже можно будет как-нибудь посмелее драться. Плейхард. Ну, есть же у него Омнислэш. С чем Вудин Крэш у нас играет, толком непонятно. Опять же, Хенрих недалеко. У него уже есть Boots of Travel. И до Аганима остается где-то 1500. Mighty Saver высасывает все, весь дэмэдж здесь вот из Голдота. Ну, от Mighty Saver ничего не остается. Просто раскаст хороший от команды Кенси Уэйбс. Саппорты решили судьбу у нас. Мейн керри команды Arcanis Gaming. Два ульта, Scream of Pain и Finger of Death от Леона. Все первого левела, но разору хватило. Забрали Т1 по мидлейну игроки команды Arcanis Gaming. Первая реализация вардов Shadow Shaman, насколько я понимаю. Ну, только-только шестой левел для Fried Butterflies. Вниз он приходил четвертого левела, поэтому неудивительно. Так и думал, волшебная палочка Immortal для саппорта команды Arcanis Gaming. Не будут Кенси Уэйбс отпускать мидлейн, как я понимаю. Есть мека, есть вариант подраться всем вместе. Нет вардов у Shadow Shaman и Eye of the Storm нет до сих пор у Разора. Правда, есть чайник у Лича и есть Омнислэш у Джаггернаута. Все остальные ребята без дамажащих ультов. Почему бы и не драться? Кенси Уэйбс не рискует у нас нападать, но давайте смотреть графики. И Арканис все равно выигрывает по золоту. Выигрывает 600. По голде, по экспе, правда, Кенси Уэйбс эти 4 фрага отразились у нас на графиках. 2000 Кенси Уэйбс впереди. Джоприл Ремос на лоу хп. Успеет ли дать чайник? Должен успевать. Должен успевать. Чайник полетел в одного голдота. Малой кровью отбивается команда Кенси Уэйбс. В данном случае потеряли только квапу. Но если бы чайник по всем летал, и здесь опять же был Мипа, и был Майти Сейвер, и можно было гораздо больше человек Кенси Уэйбс потерять. У Шейкера 1430 на руках. Фармящий Шейкер казался не очень-то и фармящим. Вроде должен был быть ранний даггер, а Шейкер не сильно у нас нафармил за счет того, что разор. Во-первых, постоянно харасил, во-вторых, голдот там пасся. Ну и драка постоянно с разором. Линия пушится, линия неконтролируемая. То есть ты не стоишь там и просто руками ковыряешь крипов одного за другим, как это делает, например, Разор, или как это делал Чейнс на Бладсикере. Ничего такого от Шейкера не было. Фармящий только, в принципе, номинально. По факту попробуй Шейкером пофармить нормально. Еще и против Разора. Дэмэджа и так маловато у Шейкера с руки, еще и тот же Static Link от Mighty Saver, и Шейкер, бедняга, просто гладит по голове крипов вместо того, чтобы их бить. Под смоком ждут, что кто-то сюда ворвется. Ну, команда Arcanis Gaming в полном составе у нас на мидлейне. Хотя вот под смоком решили идти, но не на нижний лайн, а на Рошана. Arcanis Gaming поставили варды, есть хилинг вард также, и ульта Расты стоит. И Рошан относительно быстро падает. Туди туда не ворвется, во-первых, нечем ворваться, во-вторых, бессмысленно. Ну и 3-4-3 тоже туда не ворвется. Раскасты сейчас мало, и команда Arcanis Gaming там 2-3 героя точно заберет вообще без потерь для себя. Выход на мидлейн от иллюзии Сефа. Тем не менее, статик линк Разора работает на иллюзии. Это означает, что Разора тьма вообще дэмэджа. Так подводить против Разора иллюзии, это, конечно, ну, совсем лишнее. Wedding Crash готовится выйти в БКБ. Остается еще 1175 до данного артефакта. У Mighty Saver появляется Ogre Club. Ну, я думаю, что Mighty Saver собирается выйти в Аганим. Хотя и БКБ тоже, скорее всего, будет не лишним. Все-таки раскаст от Квапы, раскаст от Леона. Да, Разор, скорее всего, в Блэкингбар у нас идет.
Ой-ой-ой, Мипа у нас забрал... Ой, не заметил я. Мипа забрал у нас Квапу, и Леона тоже кто-то у нас отковырял. Джаггер забрал Леона. Все это было на нижнем лайне. А где Мипо? Где эти оторванные ребята? У Хенриха есть Boots of Travel, есть Аганим, ну и 1700 сверху. Думаю, что по стандарту точно таким же образом, как в прошлой игре, будет собираться у нас Хенрих. Сейчас на очереди Даггер, потом ждем появления либо Этерила, либо Скади. А, скорее всего, Хикса, да. Никто у нас на Чейнса не попадает. Рапча повесили на плейхарда, ну и все, и развалили. Теперь начинают ковырять варды в никуда. Командар Канис Гейминг умудрилась организовать врыв. Джоприл Рэма здесь, чайника еще нет. 50 секунд, Вейлин Крэш разультился. Майти Сейвер на лоу хп Туди через ульту забирает у нас Разора. Ну и Хенриха тоже здесь оставляют, но это только потери на Эгис. В итоге подрались 2 в 3. Сайленс сейчас будет нами парей, ну и все, Чейнс решает эти вопросы великолепный. Подкоп еще у нас под Джоприл Рэма. Здесь же развалили у нас Шадоу Шамана. Ну неужели это Тим Вайп? Да, Туди на лоу хп, беги отсюда. Убейте этих крипов. Трипл килл от Чейнса. Вот так решается вопрос Мипу, оказывается. Оказывается, у нас Бладсикер супер контра для Мипаря. 4200 на руках у Чейнса. По фарму он на третьей позиции. Проигрывает совсем немножко СФу и проигрывает совсем немного Мипу. Мипо сейчас скатится на третье место, его еще 20 секунд не будет в живых, а потом еще пока на лайн добраться и выбрать, куда там добираться вообще. Мипо отъедет, я думаю, до третьего места. Ученица 4500 на руках. Куда во что соберется Бладсикер? Возможно, это будет Радианс. Возможно. Не так-то и плохо на самом деле. На 20-й минуте оно и правда того стоит. Нет, БКБ приобретает себе Чейнс. Не стал такую ахинею превращать в жизнь, которую я говорю, Радиант собирать против Мипо, там против Разора и Джаггернаута. И при том, что Мека есть на Разоре, да, это, конечно, была бы дикость полная. Тут, если бы и был Радианс, то невероятно ранний какой-нибудь Радианс где-то минуте на 15-й. Да, это было бы... Это бы имело смысл. Там уже есть, в принципе... Так, ну что, пошел у нас в никуда, в принципе, Сайленс от Чейнса. Чейнс под БКБ, за Майти Сейвером. Рапчер на него повесили, все, Айфзушторм в никуда. Вейлин Крэш на лоу хп, Меку юзает, и варды стоят, бьют просто крипов. Забрали одного Разора, Кенси Уикс. Можно драться дальше, Плейхард в инвизе, в спину. Включает мом на Вейлин Крэша, Вейлин Крэш успел разультиться, Плейхард. Ой-ой-ой, как же плейхарду тут неприятно. Еще и фиссура по двоим. И минус 4, и минус 5 от команды Can't Say Wins. Нашли свою игру, приняли нестандартное решение. 21-11, бедный Арканис Гейминг. Они выигрывали 6000 по золоту. Теперь они проигрывают 1500 по экспириенсу. 4000 в пользу Арканис было. Теперь 5 с копейками в пользу команды Can't Say Wins. Да, все дико биты. Папа вообще на соплях полнейших, но факт в том, что Арканис впятером отправились в таверну, а команда Can't Say Wins, помимо 5 забранных фрагов, забрала еще и тауэр на мидлейне. С вами это все прекрасно видели. Мипу пока что бесполезен. И контрит его ничего такого, только обычный Бладрайт от Бладсикера. Ну и Бладсикер отыгрывает великолепно. Чейнс тут чудеса творит, не надо давать вообще ему в руки никаких троллей вонючих. Это совсем не обязательно. Эти тролли уже поперек горла у всех зрителей, у любого кастера стоят. Это так скучно. Давайте Бладсикера, и все будет получаться хорошо. Ну и саппорты пошли в соло унижать других саппортов. Здесь Леон разультился у нас в Шадоу Шамана. Ну и не без помощи, конечно же, Туди. У Туди есть Даггер, у него еще 700 сверху. Есть Транквил Бутсы, есть Сол Ринг. По артефактам давайте пробежимся. У Квапы 3-0 талисмана и ПТ. То, что я говорил. Голдот уже у нас играл, и Голдот Гестсикап выиграл данной Квапой. Там решающий матч был. А, нет, не Гестсикап, это полуфинал Гестсикапа. Они выиграли у команды Минески.
GoDot точно так же был с тремя нул-талисманами. С ПТ фармил он Лиса, он стакал крипов и просто через Scream of Pain выфармливал всю эту ерунду. А потом, в принципе, хороший саппорт, даже не саппорт, а... Да, ну такой семи-керри, который не занимает линию, который в итоге выходит в хорошие артефакты. Раскаст есть, маны достаточно, Sonic Wave в любом случае надо давать. Саппорт и не саппорт, это фиолетовый. Sonic Wave есть и все. Кто еще из саппортов так сильно раскастовывается? Ну, разве что Леон, но для этого ему Аганим нужен. Или SF, но это же вообще не саппорт. Поэтому это хороший функциональный саппорт, который помогает гангать, который нормально может подстопить. А там, когда будут деньги, появится и на квапе Silence, появится Хекс. Совсем не лишним это будет для Кенси Випс. 22-11 они выигрывают сейчас по фрагам. 3 с копейками. Кенси Випс по золоту и по экспириенсу 7500. Тоже для австралийского коллектива. Wedding Crash по топ-лейну. У Бладсикера появляется Мейлстром. Просто чтобы лучше фармить. Чтобы не радианса, а что-то вменяемое. Чтобы руками можно было бить быстрее и демеджа больше наносить. Поймали 3-4-3. Плейхарт его здесь забирает. Фрай Баттерфляй еле выжил вообще. Еле выжил и оставляет за собой красную полосочку. Знает об этом Сикер. Побежит ли Бладсикер у нас? Да, Бладсикер летит у нас уже на Т1. И ждем, что будет здесь с Растой. Раста быстрее отсюда улетать. Не успевает. У нас Чейнс пошел заниматься вардами. Варды просто у нас фармит Чейнс. Ему просто дают возможность нормально насобирать денег на данном скилле Shadow Shaman. Ну и пожалуйста. 24 минуты сыграно, 3000 Кенси Випс по золоту, по экспириенсу 6, по-прежнему в пользу команды Кенси Випс. На топ-лейне Wedding Crash, без даггера, без Юла. Пошел по классической сборке, старой забытой сборке БКБ, мека, да, тут немножко New School. Вот Ultimate Orb, скорее всего в скаде. Дальше ждем появления каких-нибудь дизоляторов или дейдалусов. Или бабочка для Wedding Crash'а. Т-4-3, увидел плейхарда. Думал, что в инвизе у нас Джаггер. В итоге Джаггер ловит здесь Сайленс, скорее всего здесь заберут. Под Рапчи убегает у нас плейхард, но недалеко убежал. Ну все, и все очень просто решается. Любого саппорта, любого точнее керри, можно убить при помощи Бладсикера и одного саппорта в плюс. Это либо Леон, либо Шейкер. Главное, ну скорее всего лучше Леон. Тут, да, на вопросе, во-первых, в хиксе держит, во-вторых, по окончании хиксы дает... Еще и стан. И все это время действует Бладрайт, и потом Сайленс, и потом Рапчи, и никуда ты оттуда не уйдешь. Чейнса уже по дэмэджу, благодаря Бладрейджу. Тьма тьмущая. У своего, в принципе, тут почти 184. В принципе, достаточно, чтобы минимум справляться с саппортами с 2-3 ударов. Чейнс в соло чуть не настрелял здесь мипу. Еле-еле Хенрих у нас убежал. Половину хп снес одному из мипарей. Неудачно вышли у нас на Бладсикера. Просто провязал БКБ. А там Мейлшторм, а там тот же Бладрейдж. Ну и мип уже неприятный. Он уже не такой грозный. 4 с копейками Кенси Вейпс по золоту. 7500 по экспириенсу. Нижний лайн по-прежнему команда Арканис стоит. У Леона уже есть Dagger, есть Urn of Shadows, есть Tranquil Boots, и Леон даже гем себе смог приобрести. Команда Kenzo Whips жирно себя чувствует по золоту. 5600 общий нетворс для Леона. И всего 3300 для Shadow Shaman. Товара Shadow Shaman не забирает, там чуть-чуть где-то Роху ковыряет и все. А так, в принципе, варды моментально разбивают, и я не видел нормального ульта Shadow Shaman, который бы полностью вкастовался в тауэр какой-то. Либо это на отступлении варды... Либо это варды под тауэр, и все, и вся команда Арканис разбегается, и варды просто быстренько фармит Чейнс. Есть уже Манта Стайл для Чейнса.
можно файтиться. Готовы. Wedding Crash готов дать ульту. По Кенрику проходит у нас ульта. Мипа отправляется в таверну. Вот то, о чем я говорил. Ставят варды просто для того, чтобы якобы файт какой-то организовать. И варды фармятся. Минус 3 делает команда Кенси Уипс. Потеряли одного Мипо. Мипо готов, как я понимаю, ворваться. Чейнс. Под БКБ. Пошел драться против Кенрика. Никуда. Пуфа. Чейнс бежит. Подкоп сразу по троим, и один из мипов у нас отваливается. Майти Сейвер на лоу хп, валится Майти Сейвер, ну и это дабл килл и гадлайк для Чейнса. Киллинг спри в этом файте у нас от Голдота. Аркане самое время написать good game well played, они тут просто недееспособны. Падает Т2 по нижнему лайну. Можно идти забрать Т2 по миду, а можно в принципе пойти на хайграунд. Еще 50 секунд не будет у нас мипа, байбека у него нет, есть зато байбек у Джаггернаута. Тут 3 секунды, Джаггер выкупаться не будет. А если придет Джаггер, ну кастовать Омнислэш, ну во всех сразу и в кучу крипов. Это бесполезно абсолютно. Чейнс уже готов драться против Джаггера, у него есть мантастайл, как раз под это дело купил. Забирают нижнюю лайн. Все, забрали нижний лайн игроки команды Кенси Уипс и отошли. 30-13 счет. Дикий перефарм вообще по фрагам. Та же история по снесенным товарам. По истечению данного файта с 5000 до 12 скакнула команда Кенси Уипс. Вы видите, здесь тьма просто событий. И все это в пользу австралийского коллектива. По экспириенсу 14 с копейками тоже выигрывают у нас австралийцы. Врыв пошел на Майти Сейвер. Eye of the Storm провязал у нас разор. Чейнс под БКБ. Ну, Чейнс может и приплыть здесь. По-моему, лишнее себе позволил Чейнс. Мипа его здесь развалили. В итоге Godlight Streak отдали Мипу. Кому это было нужно со стороны команды Кенси Уипс, непонятно. Чейнс просто пошел и отдался. И Wedding Crash здесь разультился, разорвало у нас Мипари. Трипл килл от Wedding Crash. Папа, дальше за плейхардом и с нижнего вообще, с реки Wedding Crash дает дальний койл. Развалил здесь еще и Джаггернаута. Вот это я понимаю Shadow Fiend. Это и не стыдно вообще детям и родителям показать, чем их сын занимается. 20-й левел SF на данный момент. Два ultimate арба есть. Сейчас Роха, если умрет, то... И умрет от руки у нас Shadow Fiend'а. Можно будет, в принципе, уже приобретать себе... Скади. Да, 1500 на руках для Wedding Crash. Magic Wand продается, покупается Eye of the Skadi. Уже полетели у нас... Полетела птичка в магазин. 1700 есть у Wedding Crash на руках. Все, в принципе, Скади сейчас прилетит. А Aegis тоже для SF. Поэтому оставлять денег на байбек не требуется. SF может позволить себе потратиться под ноль. Квапы 5-100 на руках. Голдот. Прекрати, что творишь. 16-й левел у Queen of Pain. И Квапа себе покупает Mystic Staff. Квапа готовится выйти в... Квапа готовится выйти у нас в Хекс. 2400 на руках. Совсем чуть-чуть остается до Хекса Голдота. То, о чем я говорил. Как только появятся деньги у Квапы, а они в итоге при удачном раскладе должны появляться... Квапа у нас станет супер полезной. Левел 16 есть, третий Sonic Wave. Сейчас будет Хекс, там потом, если еще 2-3 удачных файта, можно и Аганимом не брезговать. Да, я понимаю, что 32-я минута, а Аганим появится в минуте к 40-го, это в лучшем случае. Но тем не менее, если есть возможность купить его, почему бы не купить? Сайленс бросать здесь, наверное, не нужно. Все-таки масса Сайла за счет Бладрайта от Чейнса. Есть Шивас Гвард. Ну, так решила поступить Квапа. Тоже без хекса, непонятно, кого хексить. Ну, понятно, теперь я все понял. По нетворсу на первом месте SF. 20 с копейками у Wedding Crash. 16800 у нас для Чейнса. Ну и на третьем месте Мипо, когда такое было, вообще 13500. Есть Аганим, есть Boots of Travel, есть Ultimate Orb, Drum of Endurance и Blink Dagger для Мипо.
Wailing Crash забирает тавер на мидлейне. Команда Арканис не решилась подходить. В принципе, без мипов файтиться нет смысла. Playhard готов зайти в спину. Видит его 3-4-3. И Playhard отсюда убегает. В один крэша есть БКБ, есть Мантастайл, есть Айзускади, куча хп, куча дэмэджа. Просто заходи на хэкграунд и там попытайся кого-то убить. Ну и сейчас Раста опять поставит варды в пустоту. Если поставит, если не пожалеет. Ну, смысл ставить варды я не вижу особого. Поставят варды, заберут варды. Что к вардам, что когда бьют варды, не может подойти команда Арканис. Что когда бьют тавер, тоже Арканис у нас не подходит. Впитали в себя весь чайник, команда Кенсовипс готова дальше драться. Ставить варды — это, наверное, худший из мувов команды Organis Gaming, который мог бы быть. А с другой стороны, чего их копить? Падает мид, сделать толком ничего не могут. Через Эзер Шок, Shadow Shaman хоть как-то пытается у нас кого-то вытянуть на себя. Play Hard тоже не может подойти к команде Кенсовипс. У них есть все ульты, кроме Finger of Death. Сейчас ли он будет с Finger of Death? Дайте ему только крипа. С маной пусть... высосет. Нет, не дает. Playhard не подходит. То, в принципе, просто дать дагер и... и тут еще до Finger of Death собирать и собирать манапоинтов. Mighty Saver под БКБ. Стараются забрать Mighty Saver, могут и забрать. Правда, у него плюс 112 по дэмэджу. Wedding Crash стоит, гладит тавер. Дэмэджа забрали у него 112. И ничего, еще есть. Еще есть, приходите еще. Wailing Crash опять на хайграунд. Опять статик линк по нему. Blood Ride пошел по Mighty Saver. Зацепили его. Mighty Saver сразу же ТП аут. Не бросили. А нет, Рапчи есть у нас на Mighty Saver. Просто он стоит под собственным фонтаном. И ему не больно. Все, Mighty Saver опять возвращается в файт. Ну и что? И по чуть-чуть, понемножечку. Команда Kensy Whips отпиливает деталь за деталью с бараков. Wedding Crash так и жаждет вообще, чтобы его убили, забрали с него Aegis. Он даже не ультит у нас. Не ультит, не юзает БКБ, ждет, когда собьют ему Aegis. Никто пока ничего не сбивает. Сеф чувствует себя великолепно. Статик линк по Сефу. Практически ничего Wedding Crash по дэмэджу не потерял. Фиссура пошла с нижнего, с нижней платформы. Все, наконец-то варды от Shadow Shaman. Надо сейвить Сефа. Все вокруг Сефа станьте. SF, БКБ, ульт, Fired Butterflies на лоу хп. Отъезжает в таверну. Playhard на лоу хп. Еще один удар у нас от Wedding Crash. Но это Beyond Godlike для SF. Can't Say Whips, Туди. Невероятный ульт вообще у нас по мипу. Втроем выкупаются игроки команды Arcanist Gaming. Playhard должен забирать 3-4-3. Умирает ли он? Ну и 3 трупа со стороны команды Can't Say Whips. 3 в 4, по-моему, разменялись. Или 3 в 5. Да, 3 в 5, 3 байбека сделали игроки Arcanist Gaming. По итогу этого файта Кенцы Whips побольше заработали по золоту, и по XP в итоге Arcanist оказались в плюсе. Ну, мидлейн практически снесен, только ренжевой барак остался стоять у Arcanist Gaming, и тоже на лоу хп тут 190. Понятное дело, что со следующего захода данный барак падает без вопросов. У SF уже появляется Eagle Song. И немножко совсем требуется денег до появления Butterfly. Не знаю, будет ли на байбек у нас Wedding Crash оставлять деньги, это вопрос. Возможно. Возможно, и не понадобится. В принципе, как показала практика, сносить SF толком нечем. Он встал после потерянного Aegis'а и развалил всю команду Arcanist Gaming. То есть он ждал, когда с него собьют Aegis, чтобы быть full HP, full mana, чтобы не сбили каст, чтобы БКБ был проюзан не зря.
Здесь ждать теперь собственной смерти нет смысла, надо будет сразу файтиться. Wedding Crash вообще идет с великолепным КДА, 11-1-15, он на первом месте, 24,5 тысячи для Shadow Fiend'а. Ну и 18 для Chains'а и всего лишь 14,5 для Meepo. Джоприл Рэмос пытаются его поймать, должны забирать. Фиссура и забирают у нас... Лича. Еще один килл для SF от 12-1-15. У Playhard'а есть Manta Style, есть Mask of Madness и Ring of Aquila. Но этого действительно мало, если он собирается с SF'ом здесь сражаться. Эхо слэм от Шейкера. Туди просто на куски разорвал здесь. И Лича, и Meepo, и всех, кто был рядом. Playhard быстрее, быстрее, быстрее. Отсюда ТП-аут. Это, в принципе, уже не играет роли. Кенси Уипс в полном составе живы. Да, они все практически, кроме Бладсикера, разультились. Но Таура сносится не ультами Таура и Бараки. Можно просто идти руками доковырять этот оранжевой барак на мидлейне и верхнюю линию. Внешних Тауров уже нет. Голдот пошел у нас дальше за Плейхардом. Здесь нету мне слэша, и об этом известно. Голдоту. Хиллинг Вард разбивают. Плейхарда оставляют в покое. Чейнс через мидлейн. Оранжевой барак пока еще стоит. Чейнс пошел поковырять Тетри. У него есть Мьолнир, у него есть Манта Стайл. Можно все это проюзать и спокойненько развалить здесь и Тауэр, и бараки. Wedding Crash тоже близко. Ну и байбеков просто-напросто нет у команды Arcanist Game. 12 секунд не будет мипа. Бараки этого не переживут. Это точно. На мидлейне. Оранжевой барак уже, да, ковыряли. Все, это мега-крипы для команды Kansas Whips. Я думаю, что можно их поздравить с победой в данном матче. Счет становится 1-1, и арканицы подсдали. Хотя и Kansas Whips собрались очень и очень неплохо. Но этот Bloodseeker зашел на 100%. Да, там SF больше всех настрелял, но Bloodseeker просто великолепно сворвался в данный пик. Kansas Whips должны были придумать, они придумали. Поздравляем их с победой во второй катке. Ну что, ждем третьей игры. Игра будет решающей. Посмотрим, кто у нас отправляется в полуфинал, а кто отправляется гулять и ждать следующего чемпионата. Пока что не забывайте нажимать follow на нашем твиче, ну и заходите в группу ВКонтакте и в группу на Ютубе, везде есть и матчи, и повторы, и анонсы на дальнейшие наши касты. Все, до скорой встречи, 2-3 минуты, и включаемся в решающую игру данного противостояния Best of 3.